Традиционно Новый год встречают в кругу самых близких и родных. Лови подборку кинопремьер для семейного просмотра. Фильм «Бель и Себастьян. Новое поколение». О дружбе и приключениях. Главный герой — 10-летний мальчик. Его отправляют на каникулы к бабушке в горную деревню. Сначала поездку герою не нравится, но потом он встречает белую собаку по кличке Бель. К сожалению, ее хозяин плохо обращается с животным. Бель и Себастьян становятся настоящими друзьями, и мальчик готов на все, чтобы защитить собаку. Так у него начинаются самые захватывающие каникулы в жизни. Фильм «Друг в океане» снят по мотивам популярного романа. Девушка Эбби увлекается дайвингом и однажды на глубине встречает большого синего группера. Рыба этого вида находится на грани исчезновения. Эбби получилось подружиться с группером, но ему угрожает опасность. В этих краях действует опасная банда браконьеров, которые готовы пойти на все ради наживы.